Песни Юлии Юрик «Берегите любовь» в исполнении хора 15-го лицея открыли встречу, посвященную Дню основания ОМОН. Выбор репертуара не случайен, ведь именно большая любовь побуждает мужчин в форме рисковать жизнью. В зале ученики, их родители и учителя. В числе приглашенного гостя муниципальный депутат Артур Каримов, который постоянно ездит в зону СВО. Ему есть что рассказать школьникам. Мы сегодня рассказывали о том, что переписать историю ни у кого не получится. Мы сохраняем прошлое, защищаем наше будущее. В этом и есть наша историческая правда, исконно российская правда, которая защищает нашу страну от всех потягательств. Для учеников 15-го лицея провели урок истории и рассказали о службе ОМОН. Какие задачи выполняет это подразделение, с чем им приходится сталкиваться в жизни и какую роль они играют сейчас, принимая участие в специальной военной операции. Ученикам показали документальный фильм про теракт в школе Беслана. Погибших детей почтили минутой молчания, а творческие коллективы лицея показали трогательные номера. А это уже спортивная школа «Виктория». Здесь встреча со старшим поколением. Муниципальные депутаты Николай Томашов и Инна Монастырская рассказали собравшимся о проекте, который успешно реализуется в округе Химки «Успех единства поколений». Очень интересный проект, который направлен на поддержание нашей истории, на то, чтобы мы помнили тех людей, которые внесли огромнейший вклад не только в политическое развитие нашей страны, но и в культуре, в спорте, в науке. А нам действительно есть чем гордиться. Здесь о службе ОМОН рассказал Юрий Карпунов, полковник в отставке, ветеран боевых действий и кавалер Ордена Почета. Он не понаслышке знает о работе специального подразделения. 1988 года приказом был организован отряд милиции особого назначения. Это его первое название. Он за свое время много чего пережил, названий, дальше задач, организационных структур, но суть его осталась. И суть была заложена в 1944 году. Бойцы выполняли самые опасные и важные задачи государства и до сих пор продолжают их выполнять, а также нести службу в зоне специальной военной операции. Руслан Сафин, новости Химки ТВ.